Могли бы вы объяснить, разве смешанные браки не способствуют улучшению взаимоотношений между людьми? И почему ваши собственные взгляды не расистские? Мои что? Почему ваше отношение к смешанным бракам не расистское? Что ж, во-первых, мое отношение – это не мое отношение. Это отношение иудаизма. Это в Библии. Позвольте мне закончить. Вы задали вопрос, хороший вопрос. Теперь подождите ответа, хорошего ответа. Так вот, в пятой книге Моисея, во Второзаконии, глава 7, есть заповедь, что нельзя заключать смешанные браки. И на это есть своя причина. Дело не в том, что мы против язычников, но мы хотим воспитать детей как евреев. Мы верим, что Бог дал нам закон и знамение, и мы хотим передавать это дальше, передавать этот факел. Если мы вступаем в смешанные браки, очень высока вероятность, что этого не произойдет. В самом-самом лучшем случае удается сказать, пусть дети сами выбирают себе религию. Следовательно, это единственная причина, а не потому, что язычники хуже или лучше нас. Евреи должны вступать в брак с евреями только потому, чтобы вырастить еврейских детей, которые продолжат нести факел Синая.